Всем привет! Вы находитесь на канале Antlines, и это рубрика «Семейство для Revit». С вами Иван Зелев, и я хочу представить вам новое семейство, встраиваемую ванну, параметрически изменяемую, в принципе, во всех направлениях, но обо всем по порядку. Вот так семейство выглядит в окне Revit. Специально делал сглаженные углы, чтобы на визуализацию она выглядела красивее, если вы не собираетесь создавать визуализацию в 3D Max, а хотите использовать стандартное семейство Revit. Это семейство, таких семейств вы в интернете не найдете, потому что все создают семейства под заказ каких-то конкретных фирм, и там у всех фиксированные размеры, и параметрическое я не нашел. Решил создать сам под свои нужды и делюсь с вами. Здесь семейство состоит из самой раковины, стеклянной шторки, которую можно отключить, и душа, которую тоже можно отключить, если он вам не нужен. Отключить можно справа в свойствах, нажимаете на видимость смесителя, он отключается, и видимость шторки. Шторка тоже исчезает. Если нужно включить, пожалуйста, включайте. Что по параметрам длины, глубины и высоты. Сейчас я покажу, как оно создается в проекте. Существующее я удалю. Пока оно удаляется, чуть придется подождать. Загрузил в проект. На плане семейство выглядит таким образом. Появились манипуляторы, маркеры, за которые можно изменять габариты нашей ванны, если нам нужно подкорректировать под существующие стены, допустим. Отображается линии шторка, с какой стороны шторка. Сразу понятно, с какой стороны будут люди подходить. Если нам нужно как-то отобразить нашу ванну, мы отображаем, нажимая на значок стрелочек. Вот. Это отображение по вертикали, а это по горизонтали. Значение точно можно задавать в свойствах. Выбираем 800 на 1800. Видите, все изменилось и в 3D. Если нужно дотянуть, допустим, до этой линии, то бьем просто и дотягиваем. Перетаскиваем. 2100 получилось. Не, конечно, нереальное значение при этой глубине, но в принципе все в ваших руках. Можно включить стены. Посмотреть, что у нас получается по высоте. Вот. Ножки я делать не стал, так как это ванна встраиваемая, и обычно он закрывается с видимых сторон, зашивается, и кладется плитка. Высота данной ванны 600, если вы хотите сделать ее выше, то вам нужно будет все отредактировать семейство. Я задал жестко фиксированное значение 600 вот для этой ванны, потому что если вы, допустим, сделаете меньше 515, то ванна уйдет в пол. А этого я делать не хотел. Это высота не самой ванны, сама ванна фиксирована. Это высота от пола до верха ванны. То есть это значение, как бы вам показать. В общем, от верха ванны до линии пола. Как оно выглядит, допустим, в Inkscape, в программе для быстрого рендера. Сейчас покажу. Вот оно, вблизи. Очень симпатично выглядит скругление. Прям вот ощущается, что это гладкий
Фарфор или еще делают ванну. Допустим, акрил. Ну и смесители я их делал не сам, признаюсь честно. Но искал достаточно долго, такой, чтобы и красиво смотрелся, и, в принципе, был нормальным по текстурам. Вот такая вот красивая история, такое семейство. Если есть предложение по его улучшению, то пишите мне личку. Можете написать в личку в Telegram, можете написать в группе ВКонтакте. В общем, у меня очень много ссылок внизу. Выбирайте любую, пишите. Данное семейство будет находиться в группе Telegram, в специальной группе Telegram с семействами, с бесплатными, в которых укладываю свои семейства я и укладывают все ребята, которые хотят поделиться с сообществом своими наработками. Поэтому я вас приглашаю тоже не скупиться, если у вас есть созданные лично вами семейства, которые вы хотите пустить в массы, то, пожалуйста, скидывайте мне, я их опубликую. Это семейство тоже уже опубликовано в чате в Telegram. Проходите по ссылке по первой и скачивайте, пользуйтесь на здоровье. Всем до новых встреч и пока!